ਕਾਹ ਦੇ 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 ਰੋਟੀ ਕਿਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਖਿਲਾਓ ਸੰਤਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਜਾ ਖਾ ਲੂਆ Сейчас мы приближаемся к перевалу Ратанг-Пас. Это вон, полный пас. Да, пас. Вон туда лежит наш путь. На высоту 4000 метров над уровнем моря. Вот, едим всякую гадость. Скоро хвост вырастет. Мясо не дают, не дают. Завхоз жмот. Не пьет и мясо не дает. Еще бананов и два соленых огурца. Два. Разъебай. На маленький какой-то океан. Девятое сентября. В 7 утра встали, начали собирать катамараны. Пришла и чайку принесла. Мне еще раз выйти за камни? Нет, все хорошо. Все хорошо? Я иду? Да. Я делаю то, что и делал. Мы очень рады, что мы в Гималаях. Два молодых кинг-конга. Снимаю!
Там каждый просто сигнал, он трелью идет такой. И вот он, первая кульминация. Молодцы. Ну как каньончик, ребята? А что, каньон мрачный? Но серьезные. Фоновые пороги 5-6 категории сложности. Требуют сильной, слаженной работы экипажа, хороших физических и опыта большого. Ниже опустись. А ты бэт. Утро 4 ноября.
взятый. На Макутру он собирается. А это что такое? Это же Макутра. Утро 6 октября. Главное дальше вынос в озеро. Поэтому ну что, не кильнет тебя там. Да не кильнет там даже.
если его ровно сохранить. Да, надо одно под право, а другую крайне слева. Хрен знает, как это уйти. Утро 9 октября. Как бы скорее уйти оттуда. Работал. Держался. То завесло, то за раму. То еще за что-нибудь. В общем, держался до последнего. Ну вроде как это самое. И чуть-чуть нам вот еще чуть-чуть. И опять. Сюда опять. Клоака. Клоак. Рук клоака. Заварил, короче. Ну, рук на будущее. Зашли немножко неправильно. Чуть левее взяли. Поэтому у нас левый баллон сразу потопило и правый выспыскочило на струю. И мы засели в мертвой зоне. Там сидели очень долго. Мы пытались, но безуспешно. А если бы не было той дырочки бы в скалах, я не знаю, как что бы делать дальше. Давай говорить по-русски. Нас надо было оттуда вытянуть. У нас по конце.
Вот. Ну и как в очередной заход в бочку пошли, я оказался не совсем в упорах. Вот. Ну и как-то вот не удержался. Плохо держался. Промыл мне чуть за катамаран, насосы в бочке, это очень хорошо. Вместе с катамараном схватился за раму. Ну и пока вылезал, весло потерял. Ну сзади-то ребята стояли на страховке. Весло поймали. Вот. Желтенькое. По-моему, нет их.
Зародео на белой воде. Вот на СМК Родео, да. Оседлали бочки, там сливы, там лезли. Мы поняли, у тебя есть чему поучиться. Да. Зародео на пупындрах. 10 октября. Собираемся к отплытию. Третий лист карты. Посмотреть. Завал. Обнос завала по правому берегу. Разгон. Молодцы! Самый на Чудмухе еще почти. Вот. Все у нас получилось в той или иной степени. Ну, это уже судить вам после того, как будут написаны все карты, отчеты, получены медали, звездочки там на погоны и так далее. Вот. А в целом все прошло очень хорошо, удачно. Ну, погода несколько раз нас баловала дождичком, вот, а в общем-то было тепло и сухо. Так что всем огромный привет. Хочу представить вам нашего нелегального участника экспедиции, можно сказать, его символ, Вуди, которого по ошибке был назван Муди. В честь него были названы два первых серьезных порога, Муди-1 и Муди-2. Выражение его лица свидетельствует о том, что он полностью доволен происходящим. Поход без всякого привлечения шестерочный, причем шестерочный по международной категории. Очень серьезные мощные пороги при большом расходе воды. Неподготовленным сюда идти я бы не советовал никому. Были обносы, но не без этого. Был обнос сложный, действительно, когда без тропы, без всего, по камням. Ну, в общем-то, славный поход. Тяжелый, я бы назвал это экспедицией. Но всем молодцы, всем спасибо большое. Всем опять же привет. Замечательная речка, отличнейшие пейзажи, отличнейшая вода. В принципе, вода порой на пределе возможностей катамаранов. Но благодаря опыту мы смогли этот предел ощутить. И что надо, они ходили, а прошли тоже очень сильные пороги. Я такого, некоторые из них
я еще таких не видел. Самые яркие впечатления — это то, что у нас был обалденный экипаж. Мне очень понравилось идти с этими тремя людьми. Вот. Всем большое спасибо. Классная река, классный маршрут, классная команда. В общем, супер. Поход. Супер. Да хороший на самом деле маршрут. Хороший поход. И вот слава богу, что Борька загорелся этой идеей сделать этот Чинапский первопроход. Прям душа поет и радуется, что все удалось. И скажу по секрету, наверное, сейчас мы на него накинемся, за руки, за ноги схватим и макнем его в воду, в этот самый Чинап, к которому он целый год готовился, к этому Чинапу. Сейчас он с головой в него погрузится. Но об этом никому, только вам. Ладно? Двенадцатое октября. Отъезд с реки. Потому что, блядь, а вот твой...